Для следующего упражнения вам понадобится какая-то гимнастическая палка, либо вот у нас планка для йоги. Но на самом деле можно даже это сделать, например, у меня был рулон кальки дома. Я пробовала с рулоном кальки дома, нам просто нужна какая-то палка, чтобы выровнять руки. Это упражнение как раз на коррекцию осанки. Если вы знаете, что у вас есть небольшое искривление осанки, ну, например, сколиоз в первой степени, то вам тогда нужно делать упражнение на укрепление спины. Но не просто упражнение, а так, чтобы вы каждый раз выравнивали свое тело, чтобы следили за тем, чтобы правая и левая сторона тела были одинаково вытянуты, руки были подняты на одну и ту же высоту. В общем, главное следить вот именно за тем, чтобы ваше тело было ровным. Итак, мы ложимся на живот. Кладем планку рядом с собой. И вот здесь вот еще немножко вытяните нижние ребра, помогая себе руками, чтобы включить в большей степени укрепление грудного отдела. Потому что если вы делаете вот так вот, когда вы будете подниматься наверх, у вас будет включаться поясница. Нам в первую очередь нужно поработать с грудным отделом. Поэтому вытягиваем нижние ребра вперед. И получается так, что у нас опора на ребра. Берем планку и кладем ее на ладошки. Приподнимаем голову, плечи от пола. И за макушкой вытягиваетесь так. Посмотрите на ваши руки так, чтобы они были на одной высоте поднята от пола, чтобы планка не перекашивалась, следите за ней. И затем опустите голову вниз, удерживайте это положение в течение 30 секунд. Хорошо. Затем опускаемся вниз, ладони под ног, большие пальцы вот вместе, пятки наружу. На пару мгновений расслабьтесь и повторите так раз в 5. Еще раз. Акцент на то, чтобы у вас руки были на одной высоте. Следите за уровнем планки, старайтесь делать так, чтобы она не перекашивалась, а была одинаковая. Вы можете посмотреть на стену перед собой и выровняться по стене еще. Или, может быть, у вас еще какой-то ориентир будет. Стол, диван. И держим так, дышите. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Плавно вниз. Кладем планку, ладони под ног, большие пальцы вместе, пятки наружу и расслабляйтесь.